мама. И в конечном итоге ты остаешься одна. Но так и должно быть. Матери это понимают. Матери все понимают. Значит, уехали они вместе. Мария, Эмилия и этот тип. Спасибо, я ничего не буду. Еще один. Алехандро, хватит. Давай уйдем. Нет, нет. Я мало выпил. Алехандро, я последний раз об этом говорю. Если ты собираешься жениться, то... Знаю, знаю, я женюсь на твоей сестре. Ты мой лучший друг. Пойми же, что со мной происходит. Я сделаю Марсию счастливой, не сомневайся в этом. Но до свадьбы я должен избавиться от чувства сожаления о том, чему не суждено быть. Да, хоть я уже и не испытываю такой боли, но сегодня я тоже думал о своей несостоявшейся свадьбе. Я видел Лауриту, и мне стало жаль ее. Значит, он доктор. У нее обожжены руки. Она была такая одинокая и печальная. Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Ты должен хорошо есть, ведь ты много занимаешься. Сегодня последний экзамен. Сдать бы его. Он такой трудный. Уже уходишь, дорогой. Отличный был праздник, да? Мне пришлось встать в 5 утра, чтобы повторить оставшееся. Будешь завтракать, Сусанита? Нет. Я вчера столько съела, что до сих пор не хочется. Я отлично провела время. Потанцевала. Жаль, что я танцевала одна. Да уж, скакала как мячик. Да. Я как-то странно себя чувствую. Гуччи, дорогой, ты счастлив? Суси, ты прямо как цыпленок. Он без конца спрашивает, счастлив ли я. Так ты счастлив? Не жалеешь, что женился на мне? Ты же хотел стать доктором. Мне жаль, что ты не можешь продолжать учиться. Мне кажется, я для тебя обуза, и ты женился на мне по настоянию отца. Суси, зачем ты так говоришь? Не знаю. Я часто думаю об этом. Нет, Суси, не будь дурочкой. Ты готова подарить мне ребенка? Я рад и не считаю тебя обузой. Гуччи, мне нравится, когда ты так говоришь. Мне пора на экзамен. Пока. Удачи тебе. Доброе утро. Что с тобой, Суси? Тебе плохо? Господи, какое-то странное чувство. Не знаю, что со мной. Может, начинаются роды? Нет, еще рано. Черт, проспал. Вы не слышали гудок автомобиля? Я ничего не слышала. Спасибо, сеньора. По-моему, мы наконец-то поладили. О, настоящий кофе. Прошу прощения. Тихо, тихо, тихо. Осторожно. Не поцарапайте. Что это? Ой, кроватка. Ножку, ножку. Вот так. Какая прелесть. Давайте-ка ее сюда. Вот так. Готово. Готово. Потрясающе. Нравится? Да. Я рад. Это мой подарок. Спасибо, Дон Руденсио. Чудесный подарок. Дверь. Привет. Смотри, Летисия, детская кроватка. Скорее бы родился малыш. Что случилось, Донья? Ах, Дон Руденсио,
Доченька покинула меня. Надеюсь, у них все хорошо. Так непросто завести свой дом и поднять семью. У них есть все, чтобы это произошло. Они любят друг друга, и они славные ребята. Да, но брак всегда полон неожиданностей, как лотерея. Но у человека должен быть спутник жизни, сеньора. Плохо быть одиноким. Да, да, вы правы. Кто-то обязательно должен быть рядом. Одиночество так печально. Сеньора. Да. Я хотел у вас кое-что спросить. О чем, дон Руденсио? Что вы думаете о сеньорите Инес? Но она хорошая, порядочная женщина. Дон Руденсио, вы... Нет, только не говорите, что у нас будет еще одна свадьба. Не будем заходить так далеко, но не скрою, она интересует меня. Рассказывайте. Вы должны мне все рассказать. Давайте. Рассказывайте скорей. Вы ей что-нибудь говорили? Нет, предложение я ей еще не делал. Она такая стеснительная. Представляете, она сеньорита. Даже не знаю, как рассказать ей о своих чувствах. Поступите так же, как с Россио. Скажите прямо и честно. Она все поймет. Думаете? Господи. Что это за вопль? Как будто убивают кого-то. Это же Сусанита. Что-то случилось, дон Руденсио. Дыши. Не надо бояться. Дыши. Вот одеяло. Что случилось? У нее схватки. Гучо. Гучо. Думаю, надо вызвать скорую. Около дома моя машина. Я вызову скорую сейчас. Ну и вопрос. Я же учил. Ничего не помню. Черт, вот бы вспомнить. Святой Мартин, просвети меня. Там было что-то. Как же это? Там было. Было. Вспомнил. Я вспомнил. Все вспомнил. Слава Богу. Спасибо, святой Мартин. Спасибо за помощь. Что с ней? Она рожает. Чей она пациент? Доктор Родриго Массель. Его уже ищут. Раз, два, три. Спокойно, спокойно. У доктора Массели вечерняя смена. Меня беспокоит ее бледность, доктор, посмотрите. Приготовьте сыворотку. Полагаю, доктор Массели в курсе? Это на 3 недели раньше срока, доктор. Он не мог знать. Надо срочно оперировать. Норма, приготовьте операционную и вызовите гинеколога. Что вы будете делать? Не волнуйся, успокойся. Что за беда? И Гуччи нет рядом. Я сейчас рожу, а его нет. Он пошел на экзамен. Я хочу, чтобы ему сообщили. Все произошло внезапно, доктор. Это ненормально. Жаль, что нет Родриго. Да, он опасался, что у девочки будут трудные роды. Он знал, что ей придется нелегко. Идем. Все хорошо, хорошо, успокойся. Все будет хорошо. Я хочу, чтобы сообщили Гучо. Да, Сусанита, ему сообщат. Успокойся и побереги силы. Дыши глубоко и часто. Давай, молодец, хорошо, ничего не бойся. Боже, это ужасно. Мне так больно. Скорее. Спокойно, спокойно. Сосредоточься на дыхании. Доктор, она слабеет. Норма. Позовите анестезиолога. Быстро. Все хорошо, все хорошо. Все будет хорошо. Все, внимание.